Всем огромный привет! Сегодня 31 декабря, и я чисто случайно вспомнила, что забыла вам показать все базы и топовые покрытия для ногтей, также лаки для ногтей, которые закончила за этот 2020 год. Хорошо, что я вспомнила, потому что действительно мне не хочется пустые баночки за 2021 год сохранять. Хочется вот все показать вам и уже выбросить. И также я забыла вам, когда снимала видео о пустых баночках декоративной косметики за 2020 год, еще два продукта включить, потому что я их положила в основные пустые баночки, которые я вам каждый месяц показываю с уходовой косметикой, и забыла про них, поэтому сегодня тоже их покажу и выброшу, потому что я их закончила в этом году, а не на следующий год, да? И давайте начнем с базовых покрытий. Как можете видеть, я их закончила три. Первое от Trend Tap, который идет с кальцием, очень мне нравится, я, наверное, раза три покупала это базовое покрытие, потому что отлично укрепляла ноготки. Ну, в общем, мне все нравилось в этой базе. Хорошая кисточка, она не совсем широкая, не совсем узкая. Ну, вот то, что мне нужно для моих ноготков. Когда у меня они свои, собственные, у меня вот эта вот площадь не широкая, но так как у меня сегодня, ну не сегодня, а в последнее время я себе делаю и наращивание, и гелевый лак, то ноготки более шире кажутся. Вот, а так они у меня узенькие, поэтому вот эта вот кисточка замечательно подходила. Очень нравится, поэтому, девочки, советую. Ну, конечно, у кого есть возможность приобрести эту марку, потому что в России я знаю, что эта марка не представлена, только в Германии. И последние, это две базы от Catrice, их серия Iron Strength, мне очень понравились эти базы, я вот не помню, мне кажется, вот это мне больше всего понравилось, в такой вот, в таком цвете, даже есть название, мне кажется, да, название 05 Amber Light называется, мне кажется, это мне больше понравилось, чем вот зелененькая, если я не ошибаюсь, то зелененькая какими-то комочками, что и ложилась, и не очень хорошо иногда покрывала ногтевую пластину. Вот если я не ошибаюсь, точно не помню. Но из этой линейки я советую вот эту вот больше всего. В России Catrice представлены, я думаю, что эти базы тоже есть. Так, давайте чуть-чуть приближим. Потому что, в принципе, то, что я сегодня вам покажу, все вместится в кадр. Из топовых покрытий закончила все топы от Manhattan. Значит, три топовых покрытия. Вот эта версия у Manhattan, раньше, когда они делали в таких упаковках, была очень крутая, мне настолько нравилась. И это топовое покрытие, я вам не раз говорила, я сравнивала с топом от Essie. Как называется? Я уже забыла, как называется. Обязательно здесь картиночку вставлю. Вот формула у них настолько была идентичная, так же быстро высыхала. Такой красивый глянец ноготкам давал. Ну, очень все хорошо смотрелось. И это ощущение было, что у вас гель на ногтях с этим топовым покрытием. А потом Manhattan решили поменять упаковку. Здесь, кстати, было у них раньше 10 мл. А потом они решили сделать 12 мл. Но почему-то формула изменилась, она стала более жидкой, не очень удобно работать. Здесь вот консистенция была, знаете, такая прям вот то, что нужно, не жидкая, не жирная, вот именно то, что нужно, среднего такого, средней такой консистенции. А вот это было слишком жидкое, неуправляемо. Когда я делала, допустим, стемпинг, очень было неудобно красить этим топовым покрытием, потому что весь стемпинг, весь рисунок мог смазать. Настолько нужно было на воздухе держать кисточку, чтобы разнести, и чтобы у меня рисунок никуда не делся. Вот, поэтому сейчас я не советую это топовое покрытие, если бы они как бы делали вот как предыдущие, вот в таких вот упаковках, и формулу не поменяли, то советовала бы. Но на данный момент мне действительно вот эта вот версия абсолютно не нравится. Это все, что касаемо базовых и топовых покрытий. И давайте посмотрим, сколько же лаков для ногтей я закончила. Ну а теперь давайте же посмотрим, сколько у меня получилось закончить в этом году лаков. И это все благодаря, конечно же, Project Pen. Я постоянно делала какие-то дизайны ногтей. Ну и в последнее время, вы знаете, где-то, наверное, уже 3-4 месяца я делаю себе гелевый лак, да, и поэтому вот эти месяцы можно вычеркнуть. А если бы я дальше продолжала пользоваться лаками обычными для ногтей, то у меня получилось бы еще больше закончить их. Но, тем не менее, вы удивитесь, что мне действительно ушло очень много. Но это все благодаря Project Pen.
Значит, первое, вот такой вот белый стандартный лак от Essence. У меня, как уже говорила, всегда в коллекции должно быть белый и черные лаки. Это вот то, что необходимо, потому что я ими всегда делала какие-нибудь дизайны или акцент на ноготках. Вот белым красила, черным там, допустим, да. Вот, да, первое это лак от Essence. Вообще в основном здесь лаки от Essence будут, кстати, потому что раньше я их много покупала. Сейчас мне не очень нравится формула у лаков Essence, поэтому не особо советую. Возможно, среди них есть какие-то хорошие лаки, но в основном, сколько я уже покупала, вот в таких вот бутылечках у них новые, они вот, все не очень хорошего качества. Так, это был золотисто-серебристый оттенок. Далее. Вот такой вот. Очень красивый цвет. Нюдовые вообще люблю. И нюдовые помады, и нюдовые ноготки. Следующее это... Я сначала показываю вам старые упаковки. Вот такой вот ярко-оранжевый лак, который мне, кстати, выбирал мой муж. Следующие два лака будут из одной линейки. Из серии Color Boost. И мне вот эта вот их серия очень нравилась. Потому что в один слой классное покрытие давало. Вот такой вот нюдовый, прям светло-светло-белесо-розовый оттенок, наверное. А это коралловые. Обожаю коралловые лаки. Они невероятно красиво смотрятся на моих ноготках. Я не помню. Мне кажется, вот этот лак или этот лак капризничал уже к концу, когда совсем мало оставалось. Но я их оба закончила. Потому что у меня есть специальная жидкость, с которой я разбавляю такие загустевшие лаки. И они становятся уже лучше. Ну, то есть, такими же, как и раньше были, да. И последний лак от Essence. Это вот как раз-таки их новые упаковки. И вот конкретно этот оттенок мне совсем не нравился. Потому что очень тяжело было работать. Но, тем не менее, видите, полностью закончила. Все это благодаря Project Pen. Следующий лак у меня уже давно в моей коллекции от Golden Rose. И вообще очень советую присмотреться к лакам Golden Rose, потому что они без топового покрытия такой красивый глянец дают на ноготках. Смотрится как гель-лак. Очень-очень крутые. И кисточка у них хорошая. Ну, тут даже нарисована. Она такая вот широкая, классная. Но бывают, кстати, кисти провальные у Golden Rose. Поэтому, когда вы покупаете, если у вас есть возможность посмотреть на кисточку, то вытаскивайте и обратите внимание, так как у меня в одном лаке от Golden Rose кисть вообще такая кривая была. Так что да, при выборе обращайте на это внимание. Далее кисточка, ой, кисточка. Далее лак от Trend It Up. Это вот эта вот линейка, то, что базу показывала. У Trend It Up классные тоже лаки. Вот это очень красивый оттенок был. Видите, с таким перламутром. Необычный цвет. Хорошо шел как топ, допустим, вот на этот лак, да, могла нанести вот этот. Вот очень уже более насыщеннее смотрелось. Не нужно было в несколько слоев, потому что если самостоятельно на голый ноготь красить, то, естественно, нужно где-то 2-3 слоя этого лака. В принципе, когда я обычными лаками крашу свои ногти, я крашу минимум в 2 слоя. Далее, безумно классные лаки от Yves Rocher, конечно, они ну, не дешевые у них, но настолько красивый глянец дают. Они не совсем стойкие, сказала бы, но мне безумно нравится красить ими, потому что очень удобно, хорошая консистенция, ну вообще замечательные лаки от Yves Rocher, советую. Далее у меня от Manhattan, как раз таки вот эти вот из этой марки топовых покрытий, закончился один лак, и у меня есть еще в запасе, ну не как в запасе, получилось в запасе, потому что вот у меня муж там пошел в магазин без меня и решил мне сделать подарок, купил, и оказалось, что тот же самый лак он мне купил, видимо, ему нравятся вот такие вот очень яркие голубые оттенки, очень красивый цвет, конечно же, с удовольствием пользовалась, формула лаков от Manhattan мне тоже очень нравится. У них классные лаки. Тоже обратите внимание. Вот этот лак, его можно вообще было нанести в один слой и пойти. Вот. Хорошее качество лаков. Прям такой, знаете, пигментированные лаки. Супер-супер. Если, допустим, Trend It Up и Manhattan выбирать, то я бы советовала Manhattan больше. Далее от Catrice.
Вот такой вот лак у меня в каком цвете. Как он называется? Не вижу. Винтажд Пинк. 09 Винтажд Пинк. Я думаю, что вы видите лучше, да? Не могу через камеру читать. Очень красивый, знаете, грязный, пыльно-розово-коричневый оттенок. Ну, невероятно красиво смотрелся на ноготках. И мне безумно нравилось, когда я наносила матовое топовое покрытие. Прям отлично смотрелось. Вот матовый такой грязно-розово-коричневый оттенок. Невероятно красиво. Именно подходил под цвет моей кожи. Потому что все, конечно, зависит от того, какой оттенок у вас кожи. Если этот цвет мне подходит, да, это не означает, что он вам тоже идеально подойдет. Главное, чтобы у вас по оттенку кожа была такая же, как у меня. Тогда вам понравится этот лак. И последний из цветных лаков, то, что я закончила, это от Essie. Покупала я этот лак еще, знаете, когда жила в Хорватии. И купила за очень выгодную цену, ну, по хорватским там кунам. Это было, мне кажется, где-то 24 куны, что ли, сколько это на евро, если перевести, где-то 3 евро. 3 евро за Essie очень выгодно получалось, и это мой первый лак от Essie был. Мне понравилось, и понравилось работать с этим лаком, потому что консистенция классная, но у Essie тоже есть и провальные лаки, и нормальные. Вот у меня один лак такого синего цвета был. Не было, мне кажется, он до сих пор есть у меня в коллекции. Я его наносила, и уже к вечеру сколы начинали появляться от этого лака. И это вне зависимости, моете вы посуду, не моете. Вот такой вот лак. Просто он не держался на моих ноготках. А этот мне очень понравился. Кстати, его можно было нанести только в один слой и пойти гулять уже. И смотрите, сколько у меня тут отметочек. Потому что этот лак у меня несколько раз в проекте был. Потом он у меня лежал. И вот в этом году я его снова вытащила, чтобы закончить. И полностью завершила. Видите, там ничего не осталось. Ну, тут, наверное, на донышке, во всех лаках на донышке что-то оставалось, но, тем не менее, эти лаки, девочки, я закончила, несмотря на то, что я туда еще добавляла жидкость специальную, которая разжижала этот лак, понимаете, да, насколько это еще дольше продлевало лаку жизнь. Если бы я этого не делала, то у меня гораздо больше лаков для ногтей было бы законченных. Вот, ну, в принципе, давайте посчитаем, сколько лаков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 лаков я закончила в этом году. Мне кажется, это круто. Очень довольна своими результатами. На данный момент пока я не крашу ногти обычными лаками, но будет время, и это буду делать. На ногах я ногти крашу, вот, и зимой тоже. Так что потихонечку некоторые лаки тоже будут расходоваться, потому что на ногах я, наверное, где-то... Бывает и два раза в неделю крашу. Ну, в основном раз в неделю. В зависимости от того, как у меня лак скалывается. Хочется, чтобы на ногах ноготки тоже очень красиво смотрелись. Неважно, открытые ноги или нет, все-таки дома муж тоже видит иногда, да, ноги. Хочется, чтобы он смотрел на красивые ножки, на ухоженные. Так, теперь... Давайте быстренько покажу вам две декоративки, которые я закончила. Первая — это вот такой вот мист для лица от Giovanni, который покупала на сайте iHerb. Это праймер, как говорит, face primer и setting mist. То есть этот спрей вы можете использовать до тональной основы как праймер и после тональной основы как фиксирующий спрей для лица. В этих целях я использовала. Мне что не понравилось в этом спрее, это дозатор. Он слишком крупные капли выдает, и поэтому нужно очень далеко держать этот спрей, чтобы не было, знаете, водичка, чтобы вот как капля не оставалась, потому что бывало такое, что на том месте, где большая капля, у вас стирался макияж. Вот что мне не нравилось в этом спрее. А нравилось то, что очень хорошее увлажнение дает, никакой липкости, приятное, такое красивое сияние дает этот спрей, вообще невероятно. Его закончила. И последний декоративный продукт, который у меня ушел, это пудра от Physicians Formula. Я ее даже переспрессовывала, как можете видеть. Осталось тут совсем немножко, но уже все. Этой пудрой невозможно пользоваться больше. Вот такой вот оттенок.
какой оттенок-то? Я не знаю, какой оттенок. Тут, мне кажется, не написано. Мне кажется, у них только один цвет. Объем 8,3 грамма. В принципе, неплохая пудра. Ну, как ни крутите, на моей коже все пудры ощущаются. Не знаю, пока я не нашла такую пудру, которая бы не ощущалась на коже. Настолько тонким слоем нужно наносить пудру, чтобы я ее не ощущала. Так что эту пудру я тоже чувствовала на коже. Но с удовольствием пользовалась, очень хорошо выравнивала тон лица. И, кстати, эту пудру можно было использовать как тональную основу, так как хорошее покрытие давала. Да, это все, что я закончила за этот 2020 год. На этом буду видео заканчивать. Надеюсь, вам было интересно. Если да, как обычно, поддержите меня пальчиком вверх. И увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.